Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАП-ТВ. В субботу, 6 февраля, переменная облачность без осадков, ветер западный слабый. Ночная температура воздуха 22-24 градуса ниже 0, днем минус 8, минус 10. Атмосферное давление достигнет отметки 705 миллиметров ртутного столба и в течение суток будет слабо падать. И пока это все новости о погоде. Удачного завершения рабочей недели и до скорой встречи в эфире!